живет зарплату не считая. Живет зарплату не считая. Ему доброжелательно кричат из зала: Володя, ты хоть немножко посчитай. Сложи, прибавь и отними. Умножь и раздели. Но с детства он не любит арифметику. И в Думе это качество слуги отметили. Там все давно оценено и все разложено по нотам, как в музыкальной композиции. Кому-то нужно быть в оппозиции, чтобы защищать свои амбиции и привилегии. Зарплата 1800, итог за месяц. Всего в 160 раз больше пенсии и в 200 раз студенческой стипендии. Для депутата все сгодится. О, лишь бы выдержали ягодицы. И ровно столько россиян за год должны в другой мир удалиться. И как это принять? Как это понять? Как мириться? Не надо бомб изобретать. Лишь бы Думу на хорошее содержание взяла страна, сама вымрет, расслоится, рассорится, разорится. Но самое главное, его счастливое лицо нам каждый день светится. Прошла зима, настало лето. Спасибо, П. Ну, за это.